Алексей Харламов родился в многодетной семье крепостного крестьянина. Когда ему исполнилось 10 лет, семья получила вольную и перебралась в Петербург. Там Харламов начал брать уроки рисования и в 1854 году поступил в Императорскую академию художеств. В 1870-х годах Харламов много путешествовал по Европе, посещал крупные картинные галереи и музеи. По заказу музея Петербургской академии художеств он создал копию картины Рембрандта «Урок анатомии доктора Тульпа». В это же время Харламов вступил в товарищество передвижных художественных выставок и стал регулярно отправлять свои работы на экспозиции передвижников в Санкт-Петербург. Вскоре Харламов поселился в Париже и стал учеником известного французского портретиста Леона Бона. Именно под его влиянием сформировался творческий стиль художника. Своим работам Харламов придавал внешнее сходство с произведениями классической живописи 17-18 веков. Парный портрет «Мать и дочь» Харламов написал в духе сентиментальных сюжетов европейской литературы XIX столетия. Облик героинь, их тонкие черты, большие выразительные глаза, светлая, почти сияющая кожа и живописно растрепанные густые волосы разительно контрастируют с крайней бедностью обстановки, обшарпанными серыми стенами, потрепанной скатертью, практически пустым столом. И мать, и дочь выглядят юными и трогательными, и потому особо беззащитными перед суровыми условиями собственной жизни. Харламов изобразил героинь в позах, характерных для иконографической традиции. Мать держит дочь на руках, прижимая к груди. Девочка же одной рукой обнимает ее за шею, а второй прижимает к себе куклу. Так художник отсылает зрителя к образу Богородицы, страстотерпицы. На эту параллель указывает и едва узнаваемая икона, которую Харламов поместил за спинами героинь. Большое внимание Харламов уделил не только персонажам портрета, но и деталям изображенной обстановки. Он тщательно выписал рисунок ковровой скатерти и узоры майоликового кувшина для воды. Изобразил тончайшее кружево черной шали на плечах матери и даже лицо маленькой куклы на руках девочки. Изысканная цветовая палитра и тонкая манера письма отсылают к натюрмортам голландских художников. Таким образом, в картине «Мать и дочь» Алексей Харламов соединил традиции классического европейского портрета и старинные каноны русской иконы.